Молодые, креативные, веселые. Такими предстали перед зрителями и членами жюри школьной агитбригады. В Кузнецке прошел городской этап областного конкурса агитбригад «Радуга жизни». О своем участии в нем заявили 11 команд. Мы считаем, мы правильно выбрали вот такую тематику, ну, так как серьезные проблемы, вот, загрязняется воздух, вода. И вот отнестись к этому хотелось бы серьезнее. Нужно агитировать людей, поддерживать чистоту окружающей среды. И мы инициативные, активные, поэтому мы и есть те самые агитаторы. Жюри при отборе лучших агитбригад руководствовалось установленными критериями. При выступлении оценивается регламент, соответствие материала данной теме и художественное и другое оформление своего выступления. И именно это должна быть агитбригада. Выступления агитбригад прошли шумно и весело. По решению жюри лучше всего сумели справиться с поставленными задачами юноши и девушки из школы номер 3. Именно они будут представлять Кузнецк на втором заочном этапе конкурса. По его итогам будет отобрано 12 лучших агитбригад области. Они выступят в финале, который пройдет в Пензе в ноябре.